Как установили следователи, в период с 26 июня 2015 года, когда ребенку уже исполнилось 6 лет, по 5 августа текущего года мужчина избивал его кожаным ремнем фрагментами металлической пружины и электрического провода. Мальчик получал удары по голове и телу, однако жена обвиняемого не пресекала действия истязателя и не обращалась за помощью к медикам, так как по ее собственным словам была запугана мужем. Злоумышленник использовал силу, не контролируя себя. Следователи установили эпизод, когда он с силой толкнул ребенка, после чего тот упал и ударился затылком о тумбу. Подсудимый использовал самые малозначительные поводы для наказания внучатого племянника. Медленное употребление пищи, ошибки при разучивании математического счета, употребление еды без разрешения обвиняемого и другие. 6 августа текущего года мужчина вновь избил ребенка, причинив травмы, от которых мальчик скончался утром 7 августа. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти явились последствия разрыва кишечника у потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что подсудимый здоров и в полной мере осознавал свои действия и их последствия. После того, как состояние ребенка ухудшилось, мужчина скрылся в лесном массиве, однако вскоре сдался сотрудникам правоохранительных органов и был помещен под стражу. Он в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда от 30 ноября текущего года подсудимый признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.